Дочка слишком добра, она меня даже учит добру. Она недавно ко мне подошла и говорит: папа, дай руку. Я ей даю руку, она говорит: сделай вот так вот. Я говорю: что это? Она говорит: цветочек. И мы вот так стоим, она такая: а, я такой: а, это тебе. И тут заходит жена на фразе «это тебе». И жена говорит: это еще что такое? Это тебе, тебе букетик. Тебе.